добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Аня, это новый влог из Парижа, который я записываю в сентябре. Буквально вчера я вернулась из Калининграда, из поездки двухнедельной, впервые за 2 года. Кстати, ты можешь шуметь, потому что я нахожусь в саду Тюильри, тут идут сейчас какие-то работы непонятные. Вот, значит, я провела в Калининграде впервые за 2 года целых 2 недели. И вот вчера вернулась, и сегодня с утра встретилась с Алиной, мы должны были пойти... Решила пересесть, потому что там куча каких-то строек идет вокруг в Тюильри. Так вот, что я хотела рассказать. Значит, буквально вчера инаугурировали, открыли для публики большое событие, как бы культурное парижское, обернутую триумфальную арку. Я сейчас подробнее расскажу про это, но сначала скажу то, что меня пригласили в отель, где их шеф-кондитер сделал специальный десерт, который тоже в форме арки, специально под это событие. Этот десерт будет подаваться в отеле буквально вот с 18 сентября по 3 октября. Время проведения вот этой экспозиции обернутой арки. И меня позвали его попробовать и про него рассказать. Но когда мы пришли, нам сказали то, что этого десерта не осталось. Что так как сегодня в Париже нельзя ездить на машинах, хотя машин по-прежнему много, но из серии сегодня как день без машин, только такси, только какие-то сервисы скорой помощи полиции могут передвигаться. Курьер не смог привезти эти угощения в отель, и, короче, их нет. И, грубо говоря, мы такие, ну ладно, очень странно. У меня первый раз такое происходит, то, что вот так вот получилось. Безумно странно, то есть мне как бы никто не позвонил, никто там даже не написал какое-то сообщение в Инстаграм, чтобы сказать, не тратьте свое время, не идите, потому что как бы этого десерта сегодня не будет. В общем, очень странная тема. Мы как-то немножко расстроились, но потом пошли смотреть на саму арку, потому что сегодня первый день после официальной инаугурации. Это произведение посмертное дизайнера-художника Кристо. Это как дуэт, да, двух художников. Кристо и Жан-Клод, которые работали в жанре современного искусства, и по сути своей они, их произведения искусства заключались вот в обертывании каких-то огромных объектов. Париж уже имел дело с этим дуэтом. По-моему, в 80-х годах был обернут новый мост в Париже. Я попробую найти фотографию, вам показать, как это выглядело. В этом году это настал черед Триумфальной арки. К сожалению, это посмертное произведение Кристо, который он так и не увидел. Он должен был состояться еще при его жизни, но проект был отложен из-за пандемии, и Кристо, к сожалению, умер в мае 2020 года. Идея этого проекта возникла еще в 60-х годах, и вот они вынашивали вместе с тогда еще живой его супругой Жан-Клод. Но реализовать получилось только 60 лет спустя, как бы, рождения вот этой идеи. На то, чтобы облачить арку вот в то, что вы видите сейчас, потребовалось 25 тысяч квадратных метров ткани и 3 тысячи метров вот этой вот красной, как веревки, да. Весь проект стоит 14 миллионов, но что интересно, потому что это вызвало достаточно, я так поняла, возмущенную реакцию, да, откуда эти деньги, но все вот эти 14 миллионов — это автофинансирование, то есть как самофинансирование, то есть это дизайнерский дуэт Кристо, продавая свои другие произведения, какие-то архивы и так далее на аукционах, по-моему, на Сотбис или на Кристис, я не помню. В общем, продавая свои произведения на аукционах, они смогли получить вот эту сумму в 14 миллионов, и, по сути, они себя финансировали сами на вот это вот облачение Триумфальной арки, вот ткань. Это произведение современного искусства, которое мне очень сильно нравится, которое мне действительно очень близко. Это эфемерное произведение, да, то есть это будет в Париже с 18 сентября по 3 октября, и как раз-таки вот эта вот идея эфемерности и того, что, по сути, облачая какие-то монументальные сооружения в ткань, никто не имеет права их потом иметь. То есть эти монументальные творения, они исчезают через какое-то время. Вот, что мне очень сильно нравится тоже как идея вот, вот этого исчезающего искусства, которое невозможно сохранить, да, которое нужно увидеть сейчас или никогда. И мне как бы безумно вызывает очень много эмоций вот именно такое вот современное искусство. Потом мы пошли с Алиной, посидели в кафе на очень симпатичной террасе, просто попили кофе. Очень давно хотела пойти в новый магазин Apple, который на Елисейских полях. Сегодня
19 сентября, поэтому нового айфона там пока что нет, но я очень хотела посмотреть именно само здание, и это невероятная красота на несколько этажей. Будете вдруг гулять по Елисейским полям в какой-то приезд в Париж, то обязательно зайдите, это просто, даже если ничего не покупать там, это просто достойно визита, потому что там действительно очень красиво. Если вы никогда не были в таких классических парижских апартаментах, где паркет, камины, огромные окна, лепнина, то обязательно пойдите, это действительно очень красиво. И потом мы зашли в Белажик Ришерш, тоже на Елисейских полях. Это косметика уходовая, которой я пользуюсь с 27 лет, то есть уже 5 лет. Очень сильно люблю, хоть и пробую какие-то другие крема, какой-то другой уход, но всегда как бы моя база — это Белажик Ришерш. Вот, я купила тут вот пакетик. И когда приду домой, я покажу вам, что купила, потому что, кажется, это может быть интересно, потому что это как раз-то я купила базу, она у меня вся закончилась. И сейчас я тут присела, как я вам сказала, в саду Чуэри, сейчас пойду прогуляюсь, наверное, до метро, и пойду домой, и, наверное, дома буду немножко отдыхать, может быть, займусь какими-то имейлами, потому что у меня особо не получалось заниматься работой в Калининграде. Сегодня день без машин. В Париже не разрешено ездить на машинах. Вот сколько сейчас великов. И то сейчас мало. Я пришла домой и хотела, как и обещала, показать вам то, что я купила. Не знаю, если видно. Сразу хочу предупредить то, что это ничего не спонсорское. Все я покупала за свои деньги. Это действительно бренд, которым я пользуюсь постоянно, который на моей полке с уже 5 лет. Действительно, всегда. Никогда ничего мне там не дарили. Вот. И все, сейчас я рекомендую. Точнее, даже не рекомендую, а просто делюсь, базируясь на своем личном опыте. Поэтому это никакая не реклама, честно клянусь. Начала я Белажиком пользоваться за 27 лет, когда я первый раз попала в Ambassade de Beauté, посольство красоты, вот в России называются салоны, которые официально работают на этой косметике. Мне очень сильно понравилось, и с тех пор я пользуюсь вот этим вот продуктом, лосьон P50. Я пользуюсь его в классическом варианте, но на самом деле он есть еще в варианте для чувствительной кожи и для кожи с пигментацией. Вот этот вот он самый сильный, но я как бы им уже привыкла пользоваться, я им пользуюсь с самого начала, у меня кожа не настолько чувствительная. По сути, это лосьон как кислотный пилинг своего рода, то есть им нельзя пользоваться с утра перед тем, как выходить на улицу, выходить на солнце, им рекомендуют пользоваться только вечером, и то даже рекомендуют пользоваться 2-3 раза в неделю. Я, так как я уже к нему очень сильно привыкла, пользуюсь практически каждый вечер, я его очень сильно люблю. Именно после него у меня есть ощущение очищенной кожи, потому что он очень нежно, аккуратненько удаляет какие-то отмершие частички кожи, и у меня есть вот это ощущение чистоты. Но, опять же, для людей, которые только для себя его открывают, во-первых, я советую все-таки пойти и сделать как процедуру скрининга вашей кожи, которая бесплатна в Biologic Research, при условии, если вы потом покупаете какой-то продукт, либо она там, ну, относительно недорогая, около, по-моему, 30, в любом случае, до 50 евро, чтобы попробовать и попросить пробник попробовать вот этот вот лосьон, либо же начинать им пользоваться, смачивая ватный диск сначала немножко водички и вот капельку буквально лосьона, потому что, например, некоторым подругам, которым я его советовала, он вообще не подошел, кожа ужасно краснела, хоть она и краснеет от этого лосьона чуть-чуть, но прям сильно, да, чтобы не краснела. Дальше я купила крем Vert Espoir. Это достаточно базовый крем в линейке Biologic Research. Я относительно недавно начала им пользоваться, осенью прошлого года, после того, как вылечила очень сильное акне, которое у меня было вот здесь на подбородке. Это акне было результатом, как мы решили с косметологом на тот момент, скорее всего, моего очень жирного другого крема от Biologic Research, которым я очень сильно пользовалась, а им нельзя было пользоваться в условиях жаркого французского лета. И от ношения маски, и от жары, и, следовательно, пыли, и вот этой вот распаренной кожи под маской у меня возникли очень сильные акне. Я, может быть, найду фотографию. Вот, я его лечила, и после этого мне косметолог посоветовала поменять вот на крем Vert Espoir. Я его использую, периодически меняю с другими какими-то кремами. И вот здесь вот этот вот пакетик, я так понимаю, что в нем сейчас будет сыворотка, которую я купила маленькую.
Да, и пробнички, которые мне положили. Значит, первое, я купила сыворотку изопроцента. Я ей пользуюсь не часто, не могу ничего конкретного сказать, кроме того, что косметолог мне посоветовала ее, опять же, чтобы лечить рубцы, которые остались после акне, да. Вот, то есть у меня кожа, в принципе, достаточно часто вылезает на ней всякие какие-то прыщи, да, достаточно большие, и я не могу с собой ничего сделать, я их постоянно давлю. И у меня, естественно, портится качество кожи в принципе от этого, или возникают какие-то другие тоже высыпания. Высыпания возникают иногда от дня цикла, от того, что я поменяла еду, как, например, сейчас в Россию ездила и наелась там кучу всяких сладостей, у меня высыпало. Либо меняется качество воды, меняется погода, короче, от чего угодно у меня может высыпать. Вот, и поэтому я изоплаценту покупаю для того, чтобы после очередного вот этого кризиса прыщей мне она немножечко помогала регенерировать мою кожу. Привет-привет! Я, как всегда, забыла поснимать немножко бэкстейдж. Мы сегодня с Алиной с утра почти 3 часа снимали контент для моего инстаграма «Свело». И вот сейчас мы расстались, я решила заехать еще в одно красивое место, просто чтобы вам его показать. И сейчас на велике решила поехать домой, аж до моего пригорода маленького. Вот, сейчас посмотрим, как это все будет происходить. Прям супер добрая, потому что у меня сегодня какое-то особенно плохое и токсичное настроение. Я думаю, то, что это, скорее всего, из-за ПМС. В общем, я сейчас иду на утренний ивент. Бренд Illy, бренд кофе и кофемашина, куча всего. Изначально итальянский, но он уже, мне кажется, по всему миру есть. Я когда-то пару лет назад с ними делала прям коллаборацию большую. Ну и сейчас вот они делают какой-то там мастер-класс. На самом деле я иду исключительно из-за того, то, что в приглашении было написано, что это будет с видом на крыши Парижа. Вот это вот единственная моя мотивация, что я решила все-таки пойти с таким ужасным настроением, как у меня сейчас. Поэтому посмотрим, что там у них будут за крыши Парижа. Надеюсь, что не вот такое вот окошко, знаете. Я сегодня в моих шортах, которые вы видели в каждом влоге, в келиках, в майке. Но главная звезда этого лука — это вот эта вот рубашка-ватник от бренда Ушатава, который я купила вот в мою последнюю поездку в Калининград. В общем, я так люблю сейчас эту рубашку, она такая огромная. Сумка Полен, с которой я тоже хожу все время, мне она очень нравится, она мне очень удобная. Напишите мне в комментариях, если вы видите, как я вам машу. Дали мне подарочек. В общем, я довольна, то, что я все-таки пошла, даже с плохим настроением. Thank you.
достаточно токсичная и едкая. Сейчас еду в Принтам на открытие 7-го этажа в этом, как, Department Store. Для тех, кто не знает, Принтам — это Department Store, который находится, один из самых знаменитых, наверное, в Париже, который находится на бульвар Осман, прям вот как рядышком с галереей Лафайет. И вот я сейчас иду туда на открытие 7-го этажа целого большого пространства, которое посвящено экономии circulaire и vintage. Экономии circulaire — это вот как раз-таки то, что, все, что связано с увеличением жизни каждой вещи, переработкой, как-то, может быть, перекройкой каких-то вещей. Ну, в общем, я посмотрю, что это конкретно будет в Принтам. Вот сегодня инаугурация этого 7-го этажа. Планирую пойти на совсем чуть-чуть, потому что я иду одна. И, опять же, я говорю, у меня настроение плохое целый день. Мой образ не сильно поменялся по сравнению с этим утром. Я поменяла шорты на вот эти вот кожаные брюки. Остались конверсы. Я одела вот такой вот топ. Вот такой вот он странный. Я поняла то, что у меня нету нормальной одежды вот для такой осени, для переходных сезонов, да, когда днем плюс 24, а вечером там плюс 10. И сумочку возьму эту же. Все, я пошла. Идем вещи. Вот это вот все винтаж. Очень красиво. То, что себя нужно вытаскивать из вот этих вот состояний токсичных и идти на улицу. Я хоть и одна пошла на это мероприятие, да. Вообще оно оказалось супер крутое, правда, я там вообще никого не знала. Это, в принципе, довольно странно, все равно ты хотя бы какие-то лица видишь, да, обычно знакомые, а тут прям нет. Это была либо пресса, либо это были какие-то
какие-то коммерческие директора, может быть, с принтами, я не знаю. Прям никого не знала, поэтому я просто навернула там несколько кругов. Я очень сильно была рада сейчас оказаться на этом ивенте, потому что там даже был такой мини-концерт. И вообще просто посмотреть на людей, как бы это же так круто. Так давно такого не было, там настолько просто масштабный. Там 1300 квадратных метров, это как пространство, посвященное винтажу и вот этой вот этичной моде. Вот, там выступала министр, там выступал президент этого принтама. В общем, ну и просто было очень много красивых, супермодных людей, поэтому я прям очень довольна то, что я все-таки пошла. Но если вы хоть как-то интересуетесь вообще винтажом, либо этичной модой, либо чем-то таким подобным, то я прям очень сильно советую уделить время вот этому седьмому этажу в принтаме. Я понимаю, что все равно еще у кого-то имеются предрассудки по поводу винтажа, по поводу секонд-хенда. И вот это вот пространство, он доказывает, как круто может выглядеть винтаж, как круто может быть какая-то как-то представлена этичная мода, что это все просто дело, как это сказать, это дело угла зрения, что ли, да, как ты на это посмотришь, как ты это представишь. Иду уже к этому ночному Парижу, домой, прохожу мимо Рица. Я планирую провести большую часть дня дома. Выйду только ближе к вечеру, потому что я хочу посетить одно мероприятие от бренда Sisley, косметического бренда французского, к которому, кстати, в одном из прошлых влогов я ходила на уход за лицом. Хочу посетить его, потому что оно будет в очень симпатичной галереи. Я посмотрела как бы локацию, и вот из-за локации очень хочу туда сходить. Дальше мне нужно будет сходить на почту и отправить вот там вот посылки. Я не знаю, если вы видите, лежат две, это то, что я продала на Винтиде. Пожалуй, и все, что я буду делать сегодня, поэтому только к вечеру смогу показать вам что-то интересное. Пока что, наверное, будут скорее такие какие-то, может быть, таймлапсы домашних дел. Вот так вот. Собой довольна. Я сегодня сделала практически все, что планировала. Единственное, не демонтировала видео, но я думаю, то, что я сегодня вечером после вот мероприятия еще приду и немножко над этим поработаю. И сейчас я иду на эту небольшую презентацию нового продукта от косметического бренда Sisley. И я сегодня что-то тут прям совсем как-то разделась и решила пойти с голым пупком. И сейчас покажу вам мой лук, который собрала из того, что было. Мои босоножечки от Jonac. Джинсы, американский бренд Этика, мой суперголый топ, который я закрою своей фуфаечкой и с моей сумочкой, потому что она здесь у меня единственная. Напишите мне хоть в комментариях, нравятся вам мои луки вообще или нет, и нужно ли мне про них рассказывать, а то я чуть ли не каждый день тут вам показываю, может быть, это никому не интересно. И это как раз тот момент, где вы выключаете видео. Какое красивое место. Thank you.
еще сделать вам небольшой апдейт по состоянию Нотр-Дама. Строится. Я вышла со своего мероприятия. Было опять очень классно. Я прям вот раньше так не любила ходить на мероприятия. Мне казалось, что мне там не с кем разговаривать, что мне там одной как-то неудобно, а в итоге получилось очень прикольно. Так вот, что я говорила, то, что мне сейчас как-то прям нравится ходить на эти мероприятия, смотреть на людей, как-то с людьми общаться немножко. Вот, поэтому я прям такая довольная, вечно вся вдохновленная, узнавать чужие новости, с кем-то, может быть, знакомиться. Ну, плюс я знаю просто, что я скоро уеду обратно в Байон, поэтому я так стараюсь из этих всех возможностей по максимуму брать. Когда-то мы в это кафе с Лешей ходили просто каждые выходные и сидели вот с таким видом. Я там встретила Люси, мою подругу, ну как, знакомую, хорошую. Мы там с ней даже что-то, ну как бы поболтали вообще, я узнала хоть о новости, потому что мы все никак не можем с ней нормально состыковаться в мои вот эти короткие приезды. И сейчас я иду домой, сейчас прохожу мимо Пантеона, закат, красота. Красиво розовое небо и розовый значок кино. Сегодня день начинается в Крионе. Со своего первого, точнее, первого и единственного сегодня мероприятия, которое с утра было в Крионе. Опять же, пошла исключительно из-за локации, но на самом деле там вообще ничего интересного не было. А сейчас я иду на встречу с Аней Яковлевой. Мы пойдем куда-нибудь кофе попьем. Встретились с Аней и догуляли от Тюильри до канала Сан-Мартан. Давно тут не были, потому что постоянно ходим одними и теми же тропами в Париже, от Пале-Рояль до... Вокруг Пале-Рояль, да. Вот, и тут встретились, решили попробовать новое место, которое называется Резиденс Кан. Вот, пришли вообще на кофе, а тут на самом деле еще такая прикольная еда. Вот. Выглядит очень вкусно. Есть. Все любят. Да, лучшее удовольствие. Так, говорит, устала, очень много работы, потому что Аня очень популярный и востребованный фотограф в Париже. Она вот так смеется. Ладно, Аня моя подруга, которая любит покушать. Вот это... Да, вкусненько кушать. Но если что, записывайтесь на съемочки. Пришли посмотреть журнальчики Вуфа. Сегодня пятница, 24 сентября. У меня закончились все рабочие встречи, походы по мероприятиям, либо то, что я хотела сделать по работе в Париже. И таким образом у меня теперь свободные вот полпятницы и завтра полдня до отъезда в Байон. И сейчас я еду на Елисейские поля, чтобы забрать свой новый iPhone.
Вот, такой план на сегодня. Я сегодня ни с кем не буду встречаться. Возможно, немножко прогуляюсь по Парижу, потому что погода прекрасная. Стоит очередь, чтобы получить айфон. Я вышла из Apple с покупочкой и решила еще пройтись немножко по Елисейским полям, чтобы еще раз посмотреть на Арк Кристо и Жан-Клод, но немножко с другого угла, не с того, который я вам показывала раньше. Коробочка у них какая-то новенькая. Ну, может быть, это я просто. Буду я дальше сейчас с ним ковыряться тут сама. Сегодня суббота, я в 4 часа уезжаю в Байон, но до этого сейчас пойду встретиться с моей подругой Аней. Мы пойдем в заведение, которое называется Патроль, пойдем потестим бранч там. Вот, а в 4 часа я уже поеду в Байон обратно. Я уже на самом деле дико жду этого, потому что немножко устала от этих переездов в сентябре. Все-таки в Россию поездка, это было довольно стрессово тоже, потому что когда 2 года не было, как-то... Ну, в общем, и потом в Париже здесь тоже было много всего. Как-то мне хочется немножко сейчас продохнуть в спокойном месте. Вот. Я в этот раз без какого-то прощания, потому что досидела просто до последнего конца дома, мне нужно срочно бежать на вокзал. Все, спасибо большое, что досмотрел влог до конца, не забудь подписаться, поставить лайк или оставить комментарий этому видео. Увидимся на следующей неделе, пока-пока. Еще я вам скажу один секрет, я привезла с собой огурцы с маминой дачи. Огурцы — это вообще мой любимый овощ. А на даче, выращенные руками моих родителей, они просто какие-то нереально вкусные. И, в общем, мама в этот раз впервые в жизни уговорила меня взять с собой огурцы. Мы встретились каждый раз.